живопись как средство решения межнациональных противоречий. Своим видением сложных социальных проблем поделились юные астраханцы. Полсотни детских рисунков были представлены в Астраханской картинной галерее имени Павла Дагадина. Это один из этапов масштабного проекта «Астрахань. Город дружных народов». Каким видят межнациональное согласие взрослые и дети сегодня, выясняла наш корреспондент Анастасия Ширяева. Астрахань – город дружных народов, проект, объединивший уже несколько десятков участников. Работать над созданием благоприятной межнациональной обстановки готовы люди абсолютно разных возрастов и профессий. В рамках этого проекта в школах мы провели выставки, конкурсы детских рисунков по данной тематике. Далее в средних и старших классах мы провели беседы. Среди детских рисунков отобраны 50 лучших. Они составили основу выставки. Все работы объединены одной темой – любовь к родному краю и дружба между населяющими его народами. Мы всегда открыты таким проектам, таким замечательным людям. Потому что то, что делает Астраханская картинная галерея – формирование не только чувства прекрасного, а прежде всего, как мы говорим с вами, гражданского самосознания, чувства гордости. Сегодня в этом русле работают практически все национальные общества и религиозные институты на территории Астраханской области. Так, молодежный отдел Астраханской камызякской епархии ежегодно организует сретенский бал для молодежи. В балу участвуют люди разных национальностей и вероисповеданий. Сейчас проходят мастер-классы, и готовясь к балу, мы встречаемся с ребятами, говорим о семье, о браке, о традиционных ценностях, прежде всего, конечно, духовно-нравственных для нашего общества. Работа по формированию межнациональной толерантности должна выйти на улицы города. Такое решение принято по итогам круглого стола. В частности, предложено разместить на территории областного центра баннеры с изображением известных людей разных национальностей, внесших серьезный вклад в развитие Астраханской области. Анастасия Ширяева, Вячеслав Ярымовский, новости 24 Астрахань.